В этой комнате... Ох, блядь, ты что творишь? Ага, целюсь, целюсь. Ай, собака. Ай, собака. Ай, ты ёб твою мать. Стреляю вообще в кривь и в кость. Не, давай с пистолетом, короче, походим. Ну не зря же его дали. А я зачем в лифт залез? А верните обратно, я еще не везде походил. Он это сам сделал? В ванне лежит ключ. Опа, опа. Оба, оба. Блин, ну так я точно никуда не попаду. Мать, 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 умри. Шприц, нет, не кали, не кали. Бля, ты не то делаешь. Да чтоб тебя, я случайно нажал. Вторая мать, вторая мать. Это чё за... Чё за читы? Кончается обойма, я тебя начинаю резать. Оп, сука. Ты кто? Бля, ты что ты делаешь? Мадам? С вами все хорошо? Мадам? Быстрее, она постепенно подходит, как трамвай. Ёпта, это что за хрень? Что это за место? Мне тоже интересно. Утречка. Ты на канале Gantech Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем край эфир. Нам осталось идти только вперед. Там, скорее всего, будет очень что-то плохое, потому что обоим мы набрали тоже очень много. Что ж, посмотрим, что нас ждет. Начнем. Так не хочется в эту дверь заходить. О, фонарик. Нет! Жопа, я говорил, что это будет жопа. Кошмар. Какой вы страшный. Мистер, какой вы страшный. Твою мать. Пилильщик. Ой-ой-ой. Я устал бежать. Я забыл про стамину. Я забыл про стамину. Наполняйся. Он прям за мной бегает. Твою мать. Наполняем стамину. Наполняем стамину. Так, мне телефон не нужен. Оп. Ага. Перезаряжай. А у него жизнь-то тратится, я что-то не пойму. Вот это интересно. Что происходит? Я в тебя целую обойму всадил. Или что, мне тебя ножом? Вот так? Так, нет. Ага, и вот так. Что не так? Что с тобой делать? Ты что мне... Я не пойму. У меня так патронов не хватит. Подожди. Это что-то ненормальное. Так. Что ж тебе нужно-то от меня? Тут ничего нету. Что с тобой делать? Блин, у меня сейчас действительно не останется патронов. А жизни что-то у него не убавляется. Может, тебя сзади нужно обходить? А-а-а! Ёпте! Не подбегай ко мне. Ну ты не особо страшный. Все, я к тебе уже привык. Ай-яй-яй. Перезаряжай. Только, блин, не сразу сообразил. Ага, так, оббегаю. Блин, надо ножом, короче. Надо ножом. Подбегаем, меняем на нож. Ай-яй-яй. Но он медлительный в целом. То есть это играет нам
Так хватит, отойди. Нож, 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 нож. О, отлично, отлично. Да, давай вот так. Оп. 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 Ты чё, падаль? Один раз? Один раз? Сука. Один раз. Ладно. Я тебя понял. Пропускай. То есть это очень опасно. Хорошо. Значит, так делать больше не будем. Кто бы мог подумать, что он с первого раза меня пополам разрежет. Не, ну в целом-то логично. Ага, есть. Давай, 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 давай. Экономим патроны. Экономим патроны. Ой, нет. В жопу такую экономию. В жопу такую экономию. Тратим пули. Куда бежит за мной, дурень? Уйди. Ай-яй-яй. 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 Не беги. Твою мать! Да умри ты, скотина! На! На! Ай-яй-яй! Не подходи! А еще такой смелый, с ножом с ним сражался! Ой-ой-ой! Обойди, обойди, обойди! Ай-яй! Ай-яй! Ай-яй-яй! Я тебя слышу! Уй! Напугал меня, сука. Да чтоб тебя. У меня сейчас опять патронов не останется. Ну, блядь, как вовремя, собака. Сдохни, падаль, по спине получи. Ой-ой-ой. Ой, куда бежать? Перезарядка. Так, главное, чтобы он меня не обманул. Ага, 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 так. По прямой, вот так. Есть, обойди. Ой, вот так, да, дайте мне, пожалуйста, сохранение. Почему? Они какие-то странные. Они... А тогда, когда мужику голову отрезали на видео, это было попроще, получше. То есть они почему-то сами себя же в итоге убивают. Так, и что это мы видим? Объясните мне, пожалуйста. Непонятно. Ну, хата. Просто какая-то хата. Лифт. Не было лифта. Ух, оу. Неужто я выбрался? О, что? Кто там? Успокойтесь, я не один из них. Кто же вы тогда? Я никто. Что? Вас не должно быть здесь. Тут слишком опасно. Постойте-ка, почему на вас одет противогаз? Вы что, совсем не соображаете? Разве похоже, что я собираюсь превратиться в одного из них? О, я не могу доверять вам. Откуда мне знать, что вы настоящий? Просто оставьте меня в покое. Я хотел тоже типа сделать эффект, что как будто в противогазе. Мне кажется, так меня вообще не будет слышно. Вот же... Какой-то дядя-доктор. Ну, кто это был? Никто? Кто такой этот доктор? Нет, ну супер, конечно. Так, подожди. А, это у нас было выбрано. Ну, зарядка не садится. Точно, зарядка не садится, но нам он не нужен. Так, давай тут походим, посмотрим. Ой, спасибо. Это то, что нужно. А вот... Так, давай лифт. Нет смысла в возвращении наверх. Так мы сюда и не спускались, как... Может, это другое место, мы куда-то попадем. Так, ну теперь мне точно нужны обоймы. Видишь, не зря мы набирали обоймы. Так, доктор ушел туда, а он запер дверь, и лучше поискать другой путь. Ну, в целом, логично. Что ты было такое?
Интересно он выглядит. Так. Ах ты ж, сука, блять, на тебе по пузу, получи, тварь, блять. А, на тебя запрыгнул, на. На, сука. Да, блять, чтоб тебе... Почему ты такой живучий, я тебе по пузу шлепал. Жизни. Все, обоймы нету, обоймы нет, последний патрон. Мне не нравится это, мне это не нравится. А сколько у нас? 3. Ну, жизни хотя бы много. Это радует. Ай, да... Ты гребаный прицел! Пошел ты в жопу! Невозможно с ним стрелять, когда они тебя бегут. Что здесь? Ничего, ну нам туда. Короче, нас будет в каждом... В каждом ждать, да? Нет, не в каждом. О! Ну вот, видимо, сейчас будем потихонечку набирать обратно все, что мы потратили на этого бензопильщика. Вот, это вот он, голый мужик с бензопилой как раз, который мы видели еще в первой серии с тобой. Так, я готов стрелять, сейчас выстрелю. Ой-ой-ой, куда? А, тут. Так, смотрим внимательно, по-любому что-то должно быть. Значит, какой смысл в этом помещении? Усыпить мою бдительность надо. Ну, блин, я ничего не вижу. Ничего не подсвечивается, ничего нет. Как дверь-то неприятно хлопает. Так. Так. Осматриваемся внимательно. Внимательно. Хотя, в целом... Вот, вот, для чего это помещение? Передохнуть? О, на улице. Прикольно. Сверчки. А можно как-то... Нет, ну видишь, это дело не в помещении. То есть мы не просто в какой-то психушке там сидели, и вот мы выбрались на улицу и можем убежать. Вот именно как будто вот мир поменялся. Внутри все разбито, теперь это бесполезный хлам. Ну, может быть. А так не скажешь. Ага. Что? Сколько в тебя надо всадить? Бляха-муха. Одного, минус один, отлично. Да ёб твою мать. Ай! Не, ну это уже дикость какая-то, пацаны. Дубинка! Фига себе, вот это я чуть не пропустил. Опа! А могу поменять? Нет, он только в этом положении ей бьется. Ай-яй-яй. Ай, да чтоб тебе... Ай, ты что такой? Два раза? То есть дубинка мощнее, чем пистолет для этих ребят? Вижу какую-то газету. Подсвечивается газета. Для звонка по мобильному телефону нажмите Z. Обрывок журнала статьи. Статьи для современного человека. Как быстро похудеть. Депрессию мы можем, видимо, помочь. Звучит знакомо? Не тяни, звони 543-214 сегодня. 543-242. Большая часть испачкана так, что читается с трудом. Похоже, что это статья о депрессии. Звучит знакомо. 543-214. 543-214. А, то есть мне нужно выбрать телефон. 543-214. Окей. Алло. Алло. Кто это? Иди вслед за несправедливостью. Не уповай на свет. Тьма твой новый хозяин. Что? Цифры. Запомни цифры, и тебе удастся пройти. Что за бред вы там несете? Пожалуйста, мне нужна помощь. 5, 2, 4, 7.
О, господи, это помогите же мне. Так, а мы записали? 5, 2, 4, 7. Ну и хорошо. Даже мне не приходится записывать. Это уже радует. Забавно. Так, ну что тогда, меняем нож на дубинку. Пусть будет один. И я могу ходить вот так? Ну давай походим вот так. Ну блин, у меня прям прицел на дубинку направлен. Ну давай попробуем. Дверь запертая, на ней есть цифровая панель. А, так все легко. 5, 2, 4, 7. 5, 2, 4, 7. Открылась дверь. Замок на двери открыт, отлично. Куда смотреть, темно, не видно. Нет, ну нам серьезно предлагают ходить только с дубинкой. Ну давай походим только с дубинкой. Просто у меня не совсем хорошо получается от вот этих вот ползучих мужиков отбиваться. Так. Пока все тихо. Просто до этого три патрона я всаживал, и они падали. А когда их вылезло три штуки сразу... Почему мы ходим как будто по резиновому мячику? Блин, да что за лабиринты? Твою мать. Пошли понизу. Это что сейчас было? Что? Твою мать. Твою мать. Твою мать. Это что за... ерунда. Твою мать! Нахер! Короче, пойдем поверху. Вверху, по крайней мере, не было звуков бензопилы. А, ну сюда это тупик, окей. Значит, только вниз. Блин, ну дайте мне побольше патронов. Я... У меня сердце не выдержит такого. Ай, ладно, я побегу назад, если чё. Побегу назад. Как настоящий смелый человек. Ну, давай своим, заводи шарманку свою. Так. Так, блин, главное тут не пропустить обоймы. Обоймы? Сколько у нас, кстати? 0. Ага. Блин, ну если нам попадется вот этот бензопильщик, то все жопа. Мне нечем с ним сражаться. Нечем. Так. Нет, наоборот, вот так. Ага. Так оно... Блин, он где-то слева. Надеюсь, это просто... Просто ерундовые звуки. Это, блин, еще ниже. Это просто ерунда. Блин. Что ты будешь делать? Ничего нет. Я вроде попал, вот боюсь пропустить. Несколько раз приходится кружиться. Что ж такое-то, а? Сука. Ну, я бы еще, может, не так... Блядь. Нет, я, может быть, еще не так боялся, если бы... он... Ай, как сказать? Если бы он не убивал с первого раза, да. Вот, если... Так, нам дали сохранение. То есть, да, если бы это было много-много патронов, точнее, если бы он меня много-много раз мог бить... Ой, блядь, напугал! Сука! Блюет, блюет, падла! Блюет, сука! Да чтоб тебе... Я не успеваю ударить тебя! А, теперь руками. Блять, что за алкаши тут ходят? Блять, ты меня напугал, падла.
Ну, жизни у нас много. Ах ты ж, сука. Так, надо успевать бить и убегать. Ага. Блять, сложно. Ага, есть. Ну да, слушай, вот на них, ладно, можно не тратить патроны. Так, вон он лежит впереди. Ага, на. Ай-яй, промахнулся. А, ты что, с головы ударил меня? У меня сейчас жизнь не закончится. Так, срочно, шприц, кали. Дальше не пойдем. А, он истамину устанавливает. Так. Так, вот так. Ага. Так. Эту хрень мы прошли. Пойдем дальше. Зачем так глубоко спускаться? А чё не так? Почему я не могу нажать? А? Падлы, падлы, падлы. Вылези! Вылези! Сука, сука, убьют, убьют, убьют. Падлы, блять, убьют. Зажал, зажал, демон. Пропусти. Я умер. Я что-то не совсем. Так, ладно, давай. Оп. Ага, есть. Успел. Да, блядь, что ж тебе... Вот, ему два удара, все, отлично. Наполняем стамину. Сейчас пойдем дальше. Ты где? Как ты меня ударил? Это язык у него? Я думал, он блюет. А это, походу, язык. Да как так ты, блядь, сука? Ну, очень много, да, у нас уходит... стамины на борьбу с одним таким дурачком. Ага, ага, не успел. Да блять, чтоб тебе. Да иди ты в жопу. Ты умрешь или что? А, он даже не раскрылся. Наверное, потому что я не по рукам ему бил. Но тут все равно надо колоться. Так. Ну тут уже я бы лучше по квартире бегал, на самом деле. Так, мы берем вот так. Полетели, блядь, где вы? Сука, ай-яй-яй. А чё такая отдача? Её раньше не было такой. Блядь. А, патроны кончились, или что? Да ёб твою мать, да, патронов нет. Да блядь, да ёб твою мать. Да ёб твою мать. Так что такое, а? Ай, блядь. Все, я не пройду теперь игру вообще никогда. Так. Где пистолет? Нет, это надо экономить. Это надо экономить. Телефон отключай. Бери палку. Может быть, ножом их лучше убивать? О, блять, это я просто подошел. Ага, все нормально. Мне кажется, ножом их проще убивать, чем дубинкой. Нахера дубинка тогда это нужна? Так, давай, где там следующий? Ага, да, он быстрее режет. Ага. Да нет, одинаково, по сути. Но я хотя бы живой остаюсь. А с дубинкой что-то вообще не получается. Либо пока я к ней еще не приноровился. Сейчас давай до последнего пойдем. Блин, так часто я еще никогда не умирал. Да, он просто быстрее ножом махает. Видишь? Он не успевает до нас дотронуться. Вот. Вот это хорошо. Так, теперь берем пистолет. Почему отдача? Я не помню, чтобы раньше у меня была такая отдача. Так, меняем. Вот так. Меняем вот так. Все, стреляем на правую кнопку мыши. Все, полилось. Ой, побежали.
Ай-яй-яй. Да ёб твою мать, где ты? Ага. Вот, теперь колимся. Нормально, давай. Патронов не осталось. Теперь только с ножом. Пойдем. Вот почему-то я не мог запрыгнуть еще. Меня вот этот момент тоже смущал. Не, у них почему-то рандомно они. Я думал, что я если бью им в пузо, то... Так, вот так. Нет, вот так. Если я бью им в пузо, то я могу им так разбить вот эту проволоку, которая на них. Надо было с приседанием запрыгивать, серьезно? Твою мать. Пойдем. А, нет, свет, свет, отключаем свет. Так. Что у нас впереди? Я кого-то слышу. А, это рация. Блин, ну тут сейчас опять их будет дохера. Так. Ладно. Мне сохранение бы вообще лишним не было. Подожди, так вот. Изнутри слышны звуки рации, однако вся дверь искорежена. Ну и что, там должны быть патроны. Вот, они кого-то даже сбили, видишь, машина вся в крови. Это что такое? Тут что-то шевелится на столе. Что это, черт побери, такое? О, забавно. Похоже на пирог. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так. Пойдем сюда. Еле-еле, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Ага, тупик. Теперь тут идем, по чуть-чуть. По... Ой, блядь. Сука. Ай-яй, ай-яй. Уйди отсюда. Лягушка ебаная, блядь. Умри. Так, потихоньку. Они так неожиданно выскакивают, конечно. Ай, блядь, да что ж такое? Иди сюда. Ага. 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 Бля, как дерется. Я даже сам от микрофона отхожу. Как это сказать-то? Инстинктивно. Так, нам походу туда. Давай пойдем сюда. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Ага. Ты меня не напугал. Ну да, тут только вот все теперь. Как в первой серии. Блять, твою мать. Все как в первой серии. По канализации. И с ножом. Ничего нового. Ну просто нож удобнее. Нож действительно удобнее. В этом плане. Так. А, или вот туда мы можем пройти. Ага, то есть мы вот тут бы прошли без... Без всяких мужиков. Так, на полу ничего нет? Ничего нет. Ай. Зачем так сильно стучать? Музыка успокоилась. Все. Должно быть все тихо, спокойно. Ну и хорошо. Так. Тут много... тут большая локация. И не факт, что это хорошо. Блин, я что, застрял? Да нет. О, спасибо. Но может где-то будут все-таки валяться шприцы? Вот самое обидное, что они не подсвечиваются. Что непонятно. Че ты не запрыгиваешь сюда? Серьезно, нельзя запрыгнуть?
Окей. Вон, я аж устал. Дай твою мать. Нет, только не второй раз. Ага. Вот так. Давай, восстанавливайся. Вдруг мне сейчас сражаться. Что со стаминой? Давай. Ищем все, что может пригодиться. Обоймы и жизни. Но тут почему-то вообще ничего нет. Для чего тогда это все нужно? А, вот нам походу вон туда. В эту дырку. Пила. Нельзя взять. Да хотя от нее толку, конечно, не особо много будет. Так. Тут что-то будет? Для чего нам дают вот здесь полазить? По-любому в какой-то трубе должно что-то лежать. Каска. Ящики. Тут тоже ничего нет. Для чего мы тут? Зачем эта локация нужна? Просто для галочки, что сделали переход. А, типа меня объебать решили. Я понял, что я такой радуюсь. Ой, наконец-то вылезли на улицу. И теперь опять возвращаемся. Хорошо. Так. Как-то мы очень низко спускаемся. Ёб твою мать. Ну давай еще дальше искать. Да что-то мы прям очень низко спустились. Ой, сохранение. Вот знаешь, просто как-то вот когда мы бегали по зданию, было хоть тоже стрёмно, но как-то... Ну, может, потому что пистолет был. Знаешь, наверное, это... У меня хорошие воспоминания об этом месте, потому что у нас был пистолет, и мы могли всех стрелять. А сейчас все. Отняли. О, дурак, дурак вот этот вот. Ты быстрый такой. А, ну он, короче, просто дикий. Ай, твою мать. Так. Ой! Убил. Вот там и сиди. Так, ну в целом он не очень опасный. Он просто очень... Ну он бесшумный вообще. Ай, блядь, дай... Ёб твою мать. Ага, подходи. Ой, тупик. Ага. Дай твою мать. Подходи. Да что ты будешь делать? Да как так-то? Попади по нему. Вот прямо у второго. Там и лежи. Так. Знаешь, что я подумал? Тут сохранение прям близко. Сразу им и воспользуемся. Чтоб потом снова с этими дурачками не воевать. Но мне не нравится, что мне не дают патроны. Жизни. Так. Да, и вот проблема вот в этих вот быстрых. Потому что их вообще не слышно. Они какие-то тихие. Как тут много дверей. Очень много дверей. Пойдем сюда. А, вот как раз дверь заперта на кодовый замок. Система защиты Security Locks. А там что? Эта дверь заперта. Ладно. Тогда нам только сюда. Что здесь? Ай-яй-яй. Ой, о. Так. 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 Давай. Пригодится. Ну, блин. Ну, сразу будем бегать, думаю, да. Пусть будет сразу. Что у нас здесь? Эта дверь чем-то заблокирована. Хорошо. Теперь нам сюда. Опа, 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 опа. Вот, вот для этого и нужен был. Для этого все и нужно было. Личная записка. Джефф, добро пожаловать в команду. Думаю, что твой начальник уже объяснил тебе основные моменты. Но есть еще ряд вещей, о которых тебе будет полезно знать. Первое. В тоннелях сыро и кругом лужи. Смотри под ноги. Второе. Перекуры раз в 2 часа. Самое важное. Начальник кретин, это третье. Четвертое, тебе понадобится код для секции D.
ты будешь мотаться целый день туда-сюда, так что запомни его хорошенько. Код 279X, последняя цифра, исчеркана, не разобрать. 279. Это у нас тоже должно быть сохранено, да? 279. Так, что-то еще тут можно подобрать? О, разбивай. А если я выстрелю? Да, не то выбираю. Блин. Она вон, да, чем-то заблокирована. Я даже не пойму, что это. Я разбил стекло? Ну нет, оно не разбивается. Просто в никуда трачу патроны. А, 279X. Это вот сюда нам. 2799. Открылось? Ой. Выйди. 27. Все, ага, все, набираем. 2791. 2792. 2797. 2798. А. Так, ну до сохранения не побежим. Ай-яй-яй. Так, тут ничего. Какой-то будет ползучий мудак. Я тебе говорю, будет точно ползучий мудак. Который будет очень-очень быстро ползти. А мы будем очень-очень сильно бояться его. Вот как в воду глядел. Да что, я не понял, что сейчас произошло. Но я понимаю, что я от него... Тут нельзя двигаться резко. О, это что такое? Коробка с 9 патронами. Что-то нам хорошее хотят дать. Это меня уже радует. Так, ну давай. Вот так. Хоть с фонариком походим. А, все, вышли. Ну это хорошо. Так. А, беги сюда. Иди сюда. Подходи. Ой, второй прибежал. Вы тут о своем? Я тут. Блять. Подходи, я не выйду к вам. Мы так и будем друг на друга смотреть. Я пошел обратно. Пацаны. Иди сюда. Ну чё, как дела? Чё нового, рассказывайте. Слушай, у тебя вроде жена там, да, что-то уйти от тебя хотела. Да? Нет? Не? Говорят, нет. Глянь, видишь они. Хватит. Опа. Пацаны, вы чё? Вы меня ещё сильнее пугаете. Сука! Так, ясно. Кали. Сейчас будем от них бегать. Я думал, вы все-таки добрые. Ай, падла нахуй. Оп, второй, на. Опа! Ах ты ж, сука. Опа. О, он его загасил, ты видел? Вот тебе и друг. В жопу таких друзей. Взял, друга завалил. Вот это поворот. А, вот и дяденька. С патроном. Зажигалка. Инвентарь полон. Мне что-то нужно выбросить? А я телефон выброшу, я ж не смогу дальше пройти игру. Так, полицейская дубинка. Крепкая синтетическая дубинка может быть очень мощным оружием в умелых руках, но довольно громоздкая. Это факт. Так.
поможет мне поджечь разлитое масло. Блин, от чего ж мне избавляться? Мне не нравится, что нужно от чего-то избавиться. То есть вот так я бью. А если дубинку взять? А, то есть я должен замахиваться и подходить. Вот так. Блин, ну слушай, тогда может быть дубинка и нормальная, и мощная. Блин, нож не хочу выкидывать. Это что за прикол? Твою мать. Ну, пистолет понадобится, скорее всего. Вдруг найдем обойму. Нож. Ну вот, блин, дубинка. Ай, ладно, хрен с тобой. А что значит две руки? А, это вот это? Ооо, глянь. Это ж все, это вообще мы непобедимые. Блин, это нельзя выкидывать. Выброси ее. Зажигалку. На кой хер она тебе нужна? А где тут масло-то разлито? Что-то я не соображу. Ладно, за дробовиком мы вернемся. Выброси. А, дробовик Ремингтон 870. Всемирно известное помповое ружье наносит ужасающие повреждения на близких дистанциях. Ну, то есть оно прям хорошее, естественно. Так, давай, пока нет у нас пистолета, мы это выбросим. Это мы возьмем. Точнее, вот так. А, то есть я... давай вот его мы в третью. Нельзя взять одновременно, но это в целом логично. Так, берем зажигалку. Ее именно использовать можно. Но потом вернемся за пистолетом, я потому что его не оставлю здесь одного. Так... Подходите, прям в лобешник сейчас разнесу его. Все. А где там разлитое масло было? Может, нам не сюда? А я зачем-то сюда ползу. Блин, ты с первого раза не умираешь? Ай-яй-яй. Ай-яй. Заряжай. Ага, ну по два выстрела им надо. Так, и где у нас разлитое масло? Вот здесь? Это масло? То есть тут как раз веревка была. А, нет, вот здесь веревка. Вот здесь нам нужно поджечь? Нет. А где поджигать? А чё поджигать-то? Твою мать, какое масло разлито? А, все, я понял. Нам, наверное, вот тут какое-то масло, да? Вот это, вот оно, ага. Я сообразил. И вот сейчас там веревка сгорит. Вот, у нас освободилось место. Пойдем за пистолетом. Только быстро. Максимально быстро. Нам нужно забрать мой пистолет. А то как же? А потом мы его не найдем, а обойму будем находить. Это что-то ненормально. Скорее всего, нам предложат нож убрать, либо дубинку. То есть огнестрел тут нужен, естественно. Так, остался мой пистолет здесь. Супер. Но мы будем ходить с дробовиком пока что. Или мы будем ходить... Вот так. О, блядь. И главное, стамина-то не тратится. Я думал, что стамина тратится на удары. Так, оп. Сразу два удара. Ну,
Вещь. Подходи. Так, тут ключ, каска. Больше ничего. Нет патронов. А, инвентарь полон. Да чтоб тебя. Блин, я хочу вот так кого-нибудь. Надо было к этим вот так выйти, к дурачкам. А не с дробовика. Ай-яй-яй-яй-яй. Крепкое. Может быть очень мощным оружием. Ну вот видишь, мощным оружием. Ну давай выбросим нож пока что. Ключ от канализации. Ник. Ну и к чему же он может подойти? Наверное, к чему-нибудь поблизости. Это логично. Это максимально логично. А замок на двери открыт. Все, идем за ножом. Пойдем. Так, мне нужно сохранение. Пожалуйста. В две руки. Вот так. Пойдем. Сейчас просто проверим, как оно вообще. Блин, нет сохранения. Может, вот здесь будет? Ролик? Нет, не ролик. О, и сохранение. Ай, так и не попробовали. На этом, скорее всего, надо будет уже заканчивать. Узнаем с тобой лайфхак вот этого мощного метода уже в следующей серии. Поэтому подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий. Делись этим видео с друзьями. Всего